по водной безопасности и проблематике воды буквально вчера обсуждался на Совете Безопасности. Мы действительно видим то, что объемы водных ресурсов, они сокращаются, в том числе на душу населения. Если брать объемы воды на душу населения, за последние 20 лет они сократились. Это, конечно, очень достаточно негативный тренд, но вместе с тем на сегодня были вчера даны соответствующие поручения в части того, чтобы обеспечить водную безопасность. Каким образом она должна обеспечивать? С одной стороны, это внутренняя политика, усиление именно усиление совершенствования внутренней политики, то есть с той точки зрения, какой объем воды мы используем, куда мы используем, поскольку мы не очень продуктивно используем воду. Ну, это я полагаю, что не секрет. Есть второй момент. На сегодняшний день у промышленных предприятий отсутствуют юридически обязующие нормы по оборотному водоснабжению. Этот вопрос мы сейчас ставим в рамках подготовки нового водного кодекса. Мы считаем, что необходимо обязательное, то есть сокращение объемов лимитов, которые предприятия могут изымать из воды, и они обязательно должны внедрять системы оборотного водоснабжения для того, чтобы снизить.